Приветствую подписчиков своего канала. Вот поступил комментарий. Вот пользуясь случаем хочу ответить. Спрашивают, почему недостаточно двух пластин для промышленного производства чебурашек. Смотрите, 10 минут, 12 таких шашлыков. На каждом по 12 грузил. 144 грузика за 10 минут было сделано. Если бы я сейчас с двумя пластинами сидел бы, отливал бы, снимал бы, откусывал бы, то я бы за час только бы сделал бы этот заказ. 144 грузила, понимаете? А тут 10 минут, 144 грузика, вот еще дофина пластин. То есть за смену можно несколько тысяч спокойно делать, а потом уже садиться отдельно день, выделять именно, откусывать зеленые каналы и снимать их, сортировать по банкам. Если это было полезно видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Чем больше количество пластин, тем больше ваша производительность в изготовлении изделий. Все, до следующего видео.